Всех приветствую, новое видео, новый аквариум у нас готов. Аквариум с задним сампом, 60 на 60 на 40. Габариты 40, высота уже становится такой типовой размер. Не первый уже аквариум таких габаритов мы делаем. Выглядит классно, мне очень нравятся вот кубики. Это 8-миллиметровое стекло, три стеночки тут осветленные. Стенка сампа. Черный триплекс. Вот так вот он вот тут вот выглядит. Если сфокусируется телефон. Да, все красивенько, все замечательно, все ровненько. Гребеночка, которая при необходимости снимается для чистки. Фитинг регулировочный, стандартный. Боковинки в пленках. Тут боковинка в пленке. Ниша в сампе. 110 миллиметров, в принципе, конструкция стандартная. Первый отсек под пенник, тут будет устанавливаться пенник Рефактопус, Red Devil Nano. Как раз вот интересно будет, думаю, владелец расскажет, как он работает. Ну, а я в свою очередь когда-нибудь тоже поделюсь с вами, если кому-то будет интересно. Возвратная помпа. Стандартная наша на 2000 литров, на максимуме она сейчас работает. Все идеально бесшумно, все красиво, все ровно. Но единственное, этот уровень чуть выше. Но поверьте, если уровень опустить, то ничего не изменится. Все тоже будет идеально тихо. Вот такой вот офигенный аквариум. Ну, а сейчас еще немножко расскажу о том, как у нас дела обстоят в плане работы. Спасибо вам огромное. Работы много, все хорошо. Это вот самп. Буквально скоро поедем в Пинск запускать аквариум вот этот вот. Это вот самп, под него не влез. Но в машину, когда приезжали забирать аквариум, когда уже поедем на запуск, тогда, соответственно, мы самп с собой возьмем, уже будем запускать. Это вот тоже аквариум. Доделывается, ждет буквально завтра, должна сделаться стенка для сампа. Тут перемычки уже вклеены. Осталось только дождаться стенку сампа, вклеить ее, гребенку туда поставить. И, в принципе, аквариум тоже будет готов. Тут это у нас аквариум побольше. 90 на 50 на 50 на 60. У него габариты, вот такой вот аквариумчик. Офигенненький, прозрачный силикон, но еще не до конца дочищен. Буквально завтра он сделается уже. Ну и дальше. Там 90 на 45 на 45 уже тоже аквариум готов. Прозрачный силикон, осветленное стекло и это вот полуматовая, или как она правильно называется, ну, полупрозрачная белая пленка. Выглядит прикольно. Очень даже красиво. Будет красивый пресничек. Ну и вот этот вот большой аквариум. 120, 70, 50 габариты. Я его отдельно на видео сниму. Нравится он мне. Как раз таки своими размерами, своими пропорциями. Благо, я очень надеюсь, то, что скоро и в пресной аквариуме эти стереотипы поменяются. То, что аквариум должен быть узким и высоким, я считаю, нет. Тут вот ребрышки, они на 4 миллиметра утоплены, все идеально, все красиво. Ну, это в отдельном видео. Вот такое вот видео получилось. С вас лайкусики, подписка. С меня новое видео. Спасибо за просмотр всем и всем удачи!